год, день четвертый ремонта. Я стою под подъездом. Очень холодно. На улице минус 10. Жду, пока мне откроют дверь. Вот. Все хорошо. День 3. Ремонт в однокомнатной квартире. Как вы видите, тут уже стоят перегородки. Тут у нас получилась отдельная комната. Если вы помните, изначально тут не было стен. Мы поставили перегородки. Тут будет у нас дверь. Тут небольшая спальня. Уже сделали разметку для электрики, розеток, светильников и так далее. Тут у нас получается небольшой зал. Будет стоять диван. Будет телевизор. И вот такая кухня. Кухня у нас осталась неизменной. Тут уже штукатурят стены. Перегородки уже сделаны, заштукатурены. Вот. И получается здесь шкаф-купе. Мы стеночку немножечко сместили для того, чтобы здесь было расстояние.